Добрый вечер. Мы продолжаем нашу серию уроков по статье Рав Кука «Служение Богу». Всех я поздравляю с праздником света, с Ханукой. Мы начнем сегодня немножко с текста предыдущего урока, потому что, мне кажется, это получается у нас как бы один отрывок, и отрывать это будет не очень правильно. И с вашего разрешения мы начинаем. Текст мы и не распечатали. Так, пожалуйста. Начнем, то есть наш текст сегодня здесь начинается. Начнем мы вот здесь. То, что мы изучали на прошлом уроке, потому что это единая связь. Из-за нехватки знания об идеалах, специфического для Израиля, в эпоху заката национальной жизни, осталось чувство страстного стремления к божественной сущности, опустошенным и покинутым. Из-за этого ужасного мрака смогло выйти в конце периода второго храма учение о единстве на языческой подкладке, скрывающее в себе яд ненависти к Израилю. Как мы сказали, это христианство. Именно оно подготовило приход безбожия Шпинозы в более позднее время. Выйдя в свет в своем темном обличье, это учение стало первопричиной нескольких теоретических подходов враждебных Израилю. Мы говорили про Шпинозу на прошлом уроке, и я должен был подготовить какое-то домашнее задание про него. Но, как-то каюсь, ничего у меня не вышло. То, что я смотрел, недостаточно чего-то, чтобы я смог рассказать что-то подробнее и глубже про Спинозу. Поэтому я приношу свои извинения. Но мы сейчас строим лестницу вниз. Да? Значит, первая ступенька – это христианство. Следующая ступенька, на основе которого – это уже Шпиноза. Выйдя в свет в своем темном обличии, это учение стало первопричиной нескольких теоретических подходов враждебных Израилю. В соответствии с его низменной формой, которую только и могла понять большая часть мира и подпасть под ее влияние. Как мы сказали, здесь есть некоторый намек на то, что Шпинозу можно... Есть какие-то положительные вещи, которые можно взять у Шпинозы, но это не просто. Это только намеком здесь проходит. В статье «Познание Бога» в предыдущей, в этой же книге, Рав говорит более подробно, тоже намеками, что есть возможность от Шпинозы взять какие-то положительные вещи, но для этого должно пройти большой путь, большую дорогу, и не каждый это способен сделать.
не имея возможности взглянуть на величие жизни, бьющей из источника Израиля, свет, который озаряет все пределы земли жизни, проистекающей лишь из расширения божественных идеалов, шествующих и распространяющихся по просторам людской цивилизации и по всем структурам мироздания. Лишь отупение сердца и самоуничижение темных дней Средневековья отпечаток которых присутствует также и в новом времени для того, кто позволяет себе заразиться этой мрачной болезнью. Лишь они привели к тому, что свободное чувство настолько онемело, в особенности под влиянием католичества, что даже философия, именно рационалистическая, та, которая должна проистекать из самой жизни, утратила свою жизненную мощь и дерзновенную отвагу и не смогла удовлетворить требованию здорового духа, голос которого звучит в потоке всей жизни людской, говоря, как может этот человек отрицать наличие всеобщей божественной свободы, в то время как свобода внутренняя и внешняя являются наивысшим из его идеалов и стремлений его души. Высечен на скрижалях, читай, не высечен, харут, а свобода хирут. Я здесь остановлюсь немножко подробнее, несмотря на то, что мне тоже не до конца понятно, о чем здесь идет речь. Давайте предположим, что речь идет о таком положении христианства, которое я, опять-таки, сам глубоко не изучал, но о нем слышал, что есть такое положение, что у человека нет по-настоящему свободы выбора. И свобода выбора, она есть у высших сущностей, у ангелов. Да? Там есть ангел падший, у которого есть свобода выбора, он там восстал против Бога. Есть ангелы обычные, вот у них есть свобода выбора. А у человека свободы выбора нет, в его душе происходит как бы битва между добрыми и злыми ангелами и так далее, но, в общем-то, сам человек, он как-то не очень свободен. И единственная возможность для него и спасение – это, значит, вера только в христианскую миссию. Может быть, Рав здесь намекает на вот именно этот постулат. Я не знаю, какое это имеет в виду отношение именно к католичеству. Но здесь также есть слово самоуничижение. Это религиозный подход, это очень любит, как бы кто ты, что ты никто, ты ничего, что ты можешь, ничего ты не можешь. Да? Когда настоящий подход, который представляет Рав, как бы здесь, в общем-то, как фон, что человек, он истинно свободен, то свобода человека проистекает от божественной свободы. Как Бог, он полностью свободен, ничем не ограничен. Также у человека есть свобода воли, свобода выбора. И христианство. И Спиноза, насколько я понимаю, у которого Бог – это тоже природа. Я не знаю, как у него, насколько есть возможность. Что говорит Спиноза по поводу свободы выбора? Но христианство, насколько я понимаю, значит, и вот в темных средневековья отпечаток которых присутствует также и в новом времени для того, кто позволяет себе заразиться мрачной болезнью. Итак, на сегодня, несмотря на все продвижение и развитие мира, человек тоже может себе позволить сам себя унизить, себя принизить. И это как-то мрачная болезнь, ничего хорошего. То есть, видимо, это все-таки камушек в огород христианства в общем,
более христианство, менее Шпинозы, а именно католичеством. Почему именно католичеством, мне сложно сказать. Тут, видимо, есть более просвещенные люди про разные различия среди течения христианства. Лишь они привели к тому, что свободное чувство настолько онемело, в особенности под влиянием католичества, что даже философия, именно рационалистическая, та, которая должна проистекать из самой жизни, утратила свою жизненную мощь и дерзновенную отвагу, не смогла удовлетворить требования здорового духа. Голос, который звучит в потоке всей жизни людской, говоря, как может этот человек отрицать наличие всеобщей божественной свободы, в то время как свобода внутренняя и внешняя является наивысшим из его идеалов стремления его души. Видимо, Рав здесь говорит также про какие-то течения и рационалистической философии, которые тоже отрицают свободу выбора. Окончательно это проявляется на следующем этапе уже в атеизме, где со свободой выбора сложнее всего и наоборот, детерминизму там проще всего. У меня тут значит, Рав противопоставляет здесь как бы правильный божественный взгляд, да? Взгляд, какой он должен быть с точки зрения иудаизма, о свободе человека, о свободе выбора человека. И тот взгляд, который нам был передан, и достаточно, и обратно, опять-таки, тоже неплохо укоренился в иудаизме тоже, от христианства. Да, то есть христианство получило от иудаизма, а иудаизм получает обратно от христианства. О том, что как бы идея свободы человеческой, она немножко на периферии, и если она есть вообще, эта идея сильно примята. У человека нет свободы, она сильно ограничена. А Рав говорит, как бы стремление духа к свободе – это одно из основных стремлений, это божественное стремление. Давайте еще раз так почитаем. Это нам очень важно. Да? Что даже философия, именно рационалистическая, как та, которая должна проистекать из самой жизни, утратила свою жизненную мощь и дерзновенную отвагу, не смогла удовлетворить требования здорового духа. Что требует здоровый дух? Голос, который звучит в потоке всей жизни людской, говоря, как может этот человек отрицать наличие всеобщей божественной свободы? То есть свобода в данном случае, мне кажется, это не атрибут Бога, это атрибут человека. Свобода, она божественная, она всеобщая. Во всем мире мы видим проявление божественной свободы. В то время как свобода внутренняя и внешняя является наивысшим из идеалов и стремлений его, человеческой души. Вот, видимо, имеется в виду какие-то течения философии, которые Богу приписывают необходимость. Может быть, здесь также Рав намекает на другой постулат христианства, что Бог вынужден отказаться от еврейского народа, потому что они согрешили. Как Бог может быть вынужден что-то сделать, да, если даже человеческая свобода, да, это внутреннее и внешнее является наивысшим из идеалов и стремлений души. Человеческое проистекает из божественного, как бы, это да, у нас вид единобожия, но действительно, как раз сказал выше, это единобожие, оно очень низкое. Давайте посмотрим. Учение о единственной языческой подкладке, скрывающее в себе яд ненависти к Израилю. Здесь, видимо, Рав это у нас развивает. Как у нас здесь есть яд ненависти к Израилю, это именно вот эти вот христианские основы, о том, что Бог вынужден отвергнуть Израиль из-за того, что они согрешили. Может быть, это намек вот именно на эту вынужденность.
высечено в скрижалях, это известное драша, трактование мудрецов, сказано высечено в скрижалях по поводу 10 заповедей. И так принято ли дрожь, когда мы меняем произношение или меняем одну из букв, или то же самое слово харут и хирут, в, на иврите нет гласных, пишет то же самое. Харут — это высечено буквально, выдолбленное из камня. И однокоренное слово из тех же самых слов — это хирут, это свобода. Читай, не высечен, а свобода. То есть человеческая свобода, видимо, здесь Рав говорит, она проистекает из 10 заповедей, которые мы получили на горе Синай от божественной свободы. Только влияние подлого народа, людишек, погрязших в невежестве и иллюзиях, взявших из святых текстов поверхностное понимание божества, единства и служения, и сделавших из него языческое страшилище. Только оно стало причиной рождения, затем принятия такого гибельного учения, что вся основа жизни и сияние славы, и вся его надежда изъята из него, и холод и мрак его окружают. А вот здесь я уже, как это, сомневаюсь сам. Рав имеет в виду здесь в основном христианство, в основном Шпинозу или и тех, и других. Да? Именно в тот час, когда человечество как минимум считает, что постепенное развитие от глубины первозданного хаоса до восстановления наиболее совершенного и возвышенного представляет собой цель, чрезвычайно длинную в мироздании. Именно тогда прорывается и выходит наружу самый ясный свет требований идеалов, охватывающих не столько настоящее, но и будущее, наиболее высокое и светлое. А здесь мы остановимся подробнее. И здесь я хочу задать вам вопрос. Именно в тот час, когда человечество как минимум считает, что постепенное развитие от глубины первозданного хаоса до высоты творения, наиболее совершенного и возвышенного, представляет собой цепь, я сказал цепь в первый раз, цепь, чрезвычайно длинную в мироздании. На что Рав здесь намекает? Как вы думаете? Ну, мне кажется, на марксизм, да, учение об эволюции, там постепенные стадии переходящие. Марксизм в смысле это эволюция человеческого общества? Ну да, как нас учили в школе, что феодализм переходит в капитализм, капитализм, социализм и так далее. То есть есть некая цель. Первобытный общинный строй переходит в феодализм, он переходит отлично. Марксизм очень хорошо. Кстати, во время Рава социализм, марксизм действительно было то, что называется на коне. Это были идеологии, которые захватывали мир, и Рав относится действительно к социализму хорошо. А Андрей, может быть, знаешь, что, может быть, ты даже твое предложение даже лучше, чем то, что я подумал. Я сейчас скажу то, что я подумал. Но это в одну сторону. Еще какие будут предложения? Ну, в принципе, предложение постмодернизм, хотя, конечно, в то время он только зарождался. Объясните, мне кажется, постмодернизм это противоречит в данном случае тому, что здесь Рав пишет. Здесь мы говорим про развитие снизу вверх. Постмодернизм, он как бы наоборот, он отрицает, он пытается отрицать как бы все. Здесь мы говорим про такое стреловидное развитие. Как это связано с постмодернизмом, с вашей точки зрения? Мне кажется, постмодернизм ставит во главу угла, с одной стороны, развитие человеческой личности, действительно, как стрелы, но приходит в какой-то момент к тому, что для дальнейшего развития этой личности нужно вообще отбросить понятие «хорошо-плохо». Хорошо.
Еще какие-то есть предложения, что мы Рудисрав. Итак, у нас здесь давайте еще раз прочитаем, чтобы это осмыслить. Но мне очень понравилось предложение Андрея. Именно в тот час, когда человечество как минимум считает, что постепенное развитие от глубины первозданного хаоса до высоты творения, наиболее совершенного и возвышенного, представляет собой цепь, чрезвычайно длинную в мироздании. Что это еще может быть? Нет, ну самая простая, наверное, идея, которая напрашивается, это теория эволюции, ну, теория происхождения видов Дарвина, да, вот биологическое что-то. Отлично, Света, отлично. Это то, что я подумал. Но вот то, что предложил Андрей, мне кажется равнозначным, по крайней мере. То есть мне кажется, то, что я предложил, немножко более сильно, глубины первозданного хаоса. Но это, в общем-то, параллельная абсолютная идея. Развить человеческое общество от какого-то примитивного вида на более и более развитые виды общества. Даже если мы скажем, что даже сам марксизм, там, социализм, коммунизм, он ошибочен, но сама идея о том, что человеческое общество развивается от более примитивных, более возвышенным структурам, это идея развития. И, соответственно, полностью параллельная идея, в данном случае это идея развития вида, когда не только человек, но и все как бы даже неживая природа, там вирусы, допустим, потом растительный мир, животный мир развиваются от более примитивных видов к более продвинутым видам. То есть у нас есть развитие. Только что это развитие занимает очень много времени. Да? Представляет собой цепь чрезвычайно длинную в мироздании. Теперь. У меня будет следующий вопрос. Давайте еще раз прочитаем это предложение, которое, как мне кажется, говорит про развитие человечества, да? Или, как сказал Андрей, про развитие его общественных структур от первобытного общинного общества к более высокоморальному, высокоорганизованному обществу. Или даже как более большое, как бы, более глобальный взгляд на теорию эволюции. Я специально, Григорий, мы упомянули на прошлом уроке отношения Торы и науки. Я не знаю, буду ли я сейчас это упоминать или нет, или будем мы сейчас этим заниматься более глубоко или нет. Сейчас нас интересует идея, не правильность математических научных теорий, а именно идея. Давайте посмотрим сейчас, давайте спросим себя второй вопрос, другой. Сейчас еще раз давайте прочитаем текст. Именно в тот час, когда человечество как минимум считает, что постепенное развитие от глубины первозданного хаоса до высоты творения, наиболее совершенного и возвышенного, представляет собой цель, чрезвычайно длинную в мироздании, именно тогда прорывается и выходит наружу самый ясный свет требования идеалов, охватывающих только настоящее, но и будущее, наиболее высокое и светлое. Эту вторую половину пока оставим. Итак, первая половина. Именно в тот час, когда человечество как минимум считает, что постепенное развитие от глубины первозданного хаоса до высоты творения наиболее совершенного и возвышенного представляет собой цепь, чрезвычайно длинную в мироздании. Рав относится к тому, что считает человечество, положительно или отрицательно. Он проявляет к этому мнению человечества эмпатию или антипатию. Как вам кажется, из того, что мы сейчас прочитали, вот из этого предложения? Мне кажется, положительно. Угу. Спасибо, Андрей. Как вы еще видите? Значит, я возьму то, что сказал Андрей. Положительно. Мне только кажется, что положительно. По крайней мере, мне кажется, очень сложно в этом предложении найти какую-то антипатию к идее развития. И здесь мы действительно коснемся немножко Торы и науки. Раву в данном случае абсолютно не важно, верна или нет теория эволюции с точки зрения науки. То, что Раву очень важно, что теория эволюции приносит в массы, в мир идею развития.
Потому что это во всем учении Рава центральная идея. Развитие, продвижение, это мы учили даже. Я напомню вам сейчас. Вообще наш курс называется «Урот Отшува», да? Еще не забыли мы, да? Поэтому давайте сейчас напомним. «Урот Отшува» у нас был маленький отрывочек, где Рав говорил, как же человек может стремиться к совершенству, когда он знает, какая пропасть между ним и абсолютным совершенством божественным, допустим. Да? Как он может даже, в наглую так вот вообще стремиться к совершенству, когда он знает, какая разница между ним и совершенством, и что он никогда не может достигнуть. Здесь Рав, кстати, тоже немножко намеком относится к доказательству Ницше, что Бога нет. И Рав отвечает, что суть человека – это не в совершенстве, а суть человека – это в продвижении к совершенству, в развитии, в постоянном развитии, в постоянном усовершенствовании самого себя, в движении, в динамике. Это суть человека. Поэтому, если даже человек где-то споткнулся и упал, это не нарушает сущностным образом его совершенство, потому что его совершенство, совершенствование, упал, встал, сделал чугу, пошел дальше, если очень-очень грубо, сделал грех, ничего страшного, можно делать чугу и пойти дальше. Да? В этом плане, как говорит Рав Шерки, есть тоже принципиальная разница между христианством и иудаизмом, потому что христианство не верит до конца в идею чугу. Именно поэтому заповеди были признаны проклятием, потому что ты можешь об каждую заповедь споткнуться, ее не выполнить, согрешить. И поэтому тебе будет проклятие от чува. Мы же тоже согласны с этим, что много заповедей, это много возможностей, также много, это может быть опасно, ты могу упасть. Но если я упаду, у меня есть чува. А христианство не очень верит, что это действительно выход. Да? Но мы немножко отошли в сторону. Итак, идея развития, как мы вот привели сейчас из урота Тшува, и это в очень многих местах Урава, это принципиальная идея, основная. Да, что и вообще, это мессианская идея. Мир, по крайней мере, по-еврейски, да, мир идет, продвигается к мессианским временам, то есть он развивается, улучшается. И приходит к временам Мессии. То есть идея, поэтому, Рав говорит, мне не важно. Если мы сейчас немножко коснемся Торы и науки, здесь это совершенно не упомянуто, но здесь, видимо, есть намек на теории развития, которые были во времена Рава. Да, либо это теория Дарвина, либо это теория Маркса, действительно, не важно. И, допустим, да, вот мы можем сказать, теория Маркса неверна, но здесь она нам служит. Чем она нам служит? Что в массы проникла идея развития. Развитие – это хорошо, развитие – это положительно. Мы развиваемся, а после этого мы даже можем отбросить теорию Маркса, сказать, теория неверна, неважно, идея развития уже проникла в массу. Чем это хорошо? То же самое с теорией эволюции. Нам не важно, но теория эволюции сделала свою, уже тем, что она появилась, она выполнила свою божественную функцию, святую задачу. Какую? Распространение в массы идей развития. Теперь, почему это такое? Потому что в массах Бог представляется скорее стариком Хатамычем. Он умеет вырвать из бороды волосик, сказать абракадабра зум-зум, и раз, два, три, возник мир. Да? Почему-то в Торе на это потребовалось 6 дней, там потихонечку все создавалось, и тоже мы видим в рассказе о творении такое вот развитие постепенное. Да? Бог же мог сказать сама, щелкнуть пальцем, что называется, и был бы мир. Почему-то он делает это постепенно. Теперь, когда мы идем к идеям Каббалы, там идеи развития, они полны всю Каббалу.
Это может быть как-то гильгульный шамот, перевоплощение душ, когда душа свое исправление делает не за одну попытку, а за много попыток, перевоплощаясь из одной личности в другую и так далее. Да? Когда миры, они проистекают один из другого. Это тоже идея развития, не во времени, но идея, как бы, что у нас есть как бы плавные постепенные переходы от божественного, то есть в обратную сторону, да, от божественного к миру, а потом в обратную сторону от мира к Богу. У нас не прыжки, а в Каббале очень сильно именно развита идея, а продвижение, динамики. Да, то есть у нас Бог выглядит очень часто действительно, что вот он делает вещи как бы вот чудесами, да, сказал, и так произошло. А Каббала и вообще еврейский миропредставление. Бог, он больше, как это по-русски сказать, князь истории. Это Бог истории, тот, кто управляет историческими процессами, медленными, длинными. Поэтому получается, что вот эти идеи, о которых Рав упоминает, они важны сами по себе. Теперь, чтобы эти идеи поднять, улучшить и направить в правильное русло, нам как-то пришло то самое время добавить к ним идею о божественных идеалах вместе с развитием, с идеей развития, возвышение этих божественных идеалов тоже снизу вверх. У нас будет самое то. И вот сейчас давайте как раз отнесемся ко второй половине нашего предложения. Именно тогда прорывается и выходит наружу самый ясный свет требования идеалов. Человечество начинает требовать этих идеалов. Откуда их можно получить? Только от Израиля, который вернулся на свою землю. Поэтому то, что человечество развилось, поднялось на какой-то уровень, стало требовать, чтобы Израиль вернулся к своей земле. Это требование стало не только божественным, требование стало также от мира, от всего человечества. Человечеству стало не хватать Израиля со своим государством. Выходит наружу самый ясный свет требований идеалов, охватывающих не только настоящее, но и будущее, наиболее высокое и светлое. Да? То есть идеалы, про которые мы говорим, это не только идеалы, которые есть сегодня, а это идеалы, которые также в динамике. Сегодня хорошо, мы стремимся к тому, чтобы завтра было лучше. Да? Именно поэтому мы не смотрим назад с презрением. Да? У нас есть продвижение, у нас есть динамика, у нас есть поднятие. Поэтому мы стоим на предыдущем уровне, а на нас будут стоять, будет стоять следующий уровень. Ну, давайте я теперь остановлюсь и верну вам микрофон. Кто хочет что-то сказать здесь, да, то есть мы здесь намеком упомянули все-таки здесь, видимо, как-то очень-очень таким тонким намеком упомянуты, видимо, Тора и наука, но более четким намеком упомянуты теории развития. Это может быть теория эволюции, это может быть теория действительно, ну, Маркса, теория социализма, коммунизма. Итак, да. Ну, мне кажется, что Рав здесь очень хорошо выразил настроение своего времени, да, когда, как мы знаем, он родился, когда мир в большинстве был религиозным, ну, европейский, да, там, цивилизованный мир, а в конце его жизни уже все стали вот такими рационалистами, материалистами, да, и как раз вот это падение христианства, да, вот этой идеи, что мир деградирует, да, и когда он до конца деградирует, тогда придет вот этот волшебник, да, в голубом вертолете, все исправит, там, своих заберет, а плохим ребятам там даст по голове. Вот. И тут как раз вот эта идея пала, и это пришло как раз со стороны науки, да, вот
такого прогресса, там, ну, в частности, это выражалось в марксизме, да, который продвигал как раз вот эту науку, диалектический материализм и так далее. Да, и этим самым он как раз вот вернул вот эту каббалистическую идею, да, тшувы, да, поэтапной там эволюции, в чем как раз Раф увидел очень положительную тенденцию. Отлично, отлично, именно так. Да, и я хочу здесь подчеркнуть, это вот эта христианская идея, когда христианство взяло от иудаизма как вот единство такое вот минимальное, она очень сильно потом отразилась обратно в иудаизм. На сегодня очень распространена у нас идея о том, что человечество, человек, он становится все мельче и мельче. Идея о том, что человек не становится, точная идея о том, что человек не становится лучше на протяжении человеческой истории, эта идея очень сильно как бы существует. То, что мы видим, Раф продвигает полностью противоположную идею, в общем, да. Ну да, то есть это было как веяние свежего ветра, да, вот эти все материалисты, наука, да, поэтому и евреи как раз активно к этому присоединялись, да, шли учиться в институты, присоединялись опять же к социалистическому движению. Отлично, и здесь можно добавить, что в этом именно Раф видит продвижение вперед и положительный этап в том, что христианство падает и отдает свое место атеизму. Это хорошо. И причем как бы, вот, секуляризацию Израиля Раф объясняет совершенно по-другому. То есть для всего мира секуляризация – это хорошо, потому что христианство его сковывало, а для евреев – тоже хорошо. Но совсем с другой стороны. Совсем с другой стороны. Я не знаю, перекликаются ли эти статьи с той, что я хочу привести, но Раф, у него есть очень интересная статья в другой книге, «Ворота Кодеш», не помню в каком томе, где он, а может быть, мы это даже учили на одном из уроков, может быть, мы это даже учили, где Раф рассуждает о взаимодействии Израиля и Торы, и говорит, что это одна суть. Они не могут быть разделены. Но это суть, она суть естественная. Как, допустим, мать и ребенок, да, родители и дети. Это естественная связь. И здесь отсутствует выбор, как мы упоминали в нашей статье. Здесь отсутствует сознание, осознание. И это плохо. Что нужно сделать? И здесь Раф делает параллели между разделением между первым человеком и его женой, между мужчиной и женщиной, да? Что они были созданы как единое целое, потому что это единое целое, но это создание вместе, это естественная близость, и она имеет отрицательные стороны. Нам нужно и то, что называется на языке каббалы, спина к спине. Естественно. А нам нужно лицом к лицу, это по выбору. Для этого нужно усыпить человека, то есть для того, чтобы увеличилось его осознание, нужно на какое-то время отключить ему сознание совсем, разделить его, это больно, да, там, пилить, строгать человека по-живому, это больно, это кровь. Но в конце концов мы имеем мужчину и женщину, которые уже стоят друг с другом лицом к лицу. Параллель, которую Раф проводит. То же самое с евреями и Торой. Это одно целое. Без этого евреи как бы не могут совсем. Но это естественная связь. У нее есть недостатки. Чтобы связь стала выборной, как жених и невеста, как мужчина и женщина, нужно между ними распилить. Что такое распилить? Это секуляризация Израиля. Когда Тора выброшена на первом этапе, чтобы на второй ее еврей уже мог взять как свой выбор, а не как свое естество. То есть это, конечно, безусловно, объяснение процесса секуляризации в израильском обществе. И здесь, как бы, мне кажется, противоположное направление от того, что мы сказали, у всех
как бы народов, которые отрицают христианство. Это хорошо и правильно, потому что ну, их немножко душило. Это как та скорлупа, которая начинает уже душить плод, который в ней был. Ее нужно сбросить. Поэтому с этой точки зрения атеизм, он положительное явление. И в Израиле тоже положительное явление, но полностью противоположного направления. Мы отбрасываем Тору с тем, чтобы не вернуться на более высоком уровне. Но вот эта вот идея о том, что действительно здесь и в нашем тексте тоже мы видим, что Раф положительно относится к тому, что секуляризация заменяет христианство, это интересная идея, потому что вроде бы, ну, мне бы казалось, вот, не читая, наоборот, да, то есть христианство может быть неверно, но, конечно, это лучше, чем безбожие. Раф говорит, окей, хорошо, спасибо большое, Андрей. Кто-то хочет еще что-то заметить? Интересно, где наше место в этой системе координат? Ну, то есть вот если так действительно, вот Андрей говорит, что Рав, в общем-то, выражал во многом какое-то свежее, так сказать, движение мыслей своего времени, а где здесь мы, которые уже, в общем-то, через 100 лет после Рава живем здесь сейчас в земле Израиля? Я извиняюсь сама. То есть, во-первых, это действительно наша работа. А у меня можно вопрос? А какие серьезные философы, какие серьезные философские теории появились после времени Рава? Вот упомянули сегодня постмодернизм. Это, видимо, во времени Рава еще не было, если было только-только-только зачатки. А вот какие-то серьезные имена, какие-то серьезные теории развитые, да? Вот за эти 100 лет мир принципиально поменялся. Вот в этом вот как бы вот то, что вот я читаю Рава, то, что я смотрю, я не вижу принципиальной разницы. Да? Мы продвинулись очень сильно технологически. А с точки зрения развития мыслей, идей, вот да, у нас есть на сегодня постмодернизм, действительно есть. И действительно с ним именно вот религиозные мысли достаточно сложно с ним работать. Как бы. Есть у Рафа Шерки очень интересный урок по Равнахману. Там тоже очень глубокие идеи из Каббалы по поводу. Он берет с тем, чтобы как-то бодаться с идеей постмодернизма. Он привлекает идеи цинцума, какого-то сжатия, которое было в начальный как бы, момент протовремени создания мира. И он привлекает идеи о пустом месте, где нет божественного и так далее. Там как бы, вот чтобы с такими вот идеями действительно как-то их обработать, как-то их понять, нам нужны очень высокие какие-то идеи из Каббалы. То, что, кстати, Рав Кук говорит прямым текстом, говорит, сегодня мы не можем объяснить даже начало веры, не применяя идеи из Каббалы. Конечно, имеется в виду как-то Каббала в массы. Давайте, так сказать, изучать тут сферот как бы в, это самое, в домашних кружках с рабочими христианами. Да? Но вот именно идеи из Каббалы, которые вынуты, так сказать, теми, кто там хорошо учил и понимает, и это может быть, да, это не только интересно, это очень нужно. Но вот Ширель, я хочу сказать, что я принципиально не вижу как бы сильного продвижения философского мира, какие-то новые принципиальные идеи по отношению к тому, что было во время Рава, вот как я сказал, кроме постмодернизма, который действительно серьезный вызов. Ну да, я сейчас вспоминаю, что сам Рав писал о том, что философия, в общем-то, век философии закончился, то есть я не помню, то есть с точностью до слов, и что он как бы с одной стороны сетует на то, что время чистой мысли уже осталось в прошлом, а с другой стороны он говорит о том, что сила, которая сейчас движет всеми, это воображение, ну если помните, да? Не вот. Помню, вы мне напомнили. Нет. Соответственно, следующий шаг, к чему это все ведет?
ну, параву это ведет к пророчеству. Да, то есть... И, соответственно, в этом ракурсе постмодернизм – это великолепно. Да, согласна. Отлично, да? То есть обратили внимание? Да, опять-таки, там мы взяли опять очень сложную для как-то переваривания идею постмодернизма, которая полностью противоречит как бы нашим религиозным подходам. Да, посмотрели на него взглядом Рава и сказали: о, идея может быть плохая, но она нас приучает к каким-то трафаретам мысли, которые нам помогут в продвижении к следующему этапу в сторону пророчества. И этим это хорошо. Точно так же, как мы говорили, допустим, про дарвинизм, про теорию развития, которые они хороши, по крайней мере, тем, что они нас приучают мыслить в терминах развития. Отлично. Большое спасибо, Ширель. Большое спасибо, Григорий. Большое спасибо, Андрей. Кто-то еще хочет что-то заметить? Ну да, меня не покидает ощущение, вот то, что описывает Рав как свежий ветер в свое время, да, мы знаем, да, что уже эти идеи потерпели поражение, да, что, мне кажется, мир как-то уже не верит в прогресс, он как-то уже разочарован и поэтому очарован вот этими идеями постмодернизма, да, если он чем-то очарован, да, поэтому мне было бы интересно, если есть у Рава какие-то статьи на тему, как работать с постмодернизмом, как там с воображением перейти к пророчеству, вот это было бы интересно узнать. Не знаю. Есть урок Рав Шерки, я его могу тебе прислать, ты же ведь знаешь. По поводу... Ну, я вот как раз по Раби Нахману, да, слушал многие уроки из этой серии, и вот там как раз, да, он описывает Раби Нахман именно как того, кто принял вызов постмодернизма, да, который появится там через 200 лет против, после, да, него. Но более этого я ничего не знаю. Скажем так, более того, мне даже что такое постмодернизм нужно еще делать, думаю, что знание хорошо разбираться, потому что я так знаю, что называется, то, что мы так все знаем, там, то, что там напели, то, что как бы я, это я не знаю, ни серьезно, ни никак, да. А тем более что-то еще там преподавать, обучать, это уже нет. Кроме вот этих уроков Рав Шерки по поводу постмодернизма, да, по Раби Нахману, где что у Рав Кука, ничего не могу сказать, не знаю. Сейчас, секундочку. Нет. А, не. То есть мы можем сказать... Это уже без Рав Кука, да? Опять-таки, по урокам Рав Шерки просто, да? Мы можем сказать по поводу Пурима, допустим, да? По поводу вообще постижения божественного, что идея о том, что, что есть у нас какая-то вот ступень, где мы не различаем добро и зло, постмодернизм, оно у нас таки проявляется в Пурим, да? Когда, так сказать, напиться так, чтобы не различать проклят Аман от благословенного Мордехай. И когда мы подходим к какие-то высокие уровни божественного, там тоже нет разницы, так сказать, и Бог свои цели как бы достигает через добро, через зло, а не оба его слуги как бы и так далее. Это опять-таки какая-то помощь, которая может помочь эти ступеньки преодолеть, туда пройти и так далее. Мне нужно подумать, то, что я учил по Рав Куку, вот так вот особенно, вот, что называется, вытащить, я не помню такого вот прямого отношения к постмодернизму, ничего не могу сказать. Кроме вот этих вот уроков, которые я упомянул, не знаю, прошу прощения. Можно буквально одну мысль, Реб Натан? Да, конечно. Просто сейчас очень многие говорят, и это нетрудно заметить, что человечеством овладел страх перед будущим. Вот, то есть, казалось бы, шли к свободе, и вдруг, когда вот уже все это замаячило, вдруг испугались.
Что же перед нами? Что же мы будем делать с этими страшными технологиями, новыми там зомбирование, чипирование и так далее, и так далее. Вот. И мне кажется, сегодня мы ведь что-то говорили насчет страха перед будущим, да? Да, мне кажется, здесь. Только оно стало причиной рождения, зачем принятие такого гибельного учения, что вся основа жизни, сияние славы, вся его надежда изъята из него. Холод и мрак его окружает. Это вот такой вот религиозный взгляд на мир, не знаю, опять-таки, христианский или Шпинозы, у которого нет надежды. Страх перед будущим, там, апокалипсис, там, антихрист, там, все, что как бы это самое. Действительно, такой вот взгляд в том, что будущее, оно страшно. Есть такое. Сегодня мы тоже немножко упомянули, да. Спасибо. Но это опять же как-то возвращение христианства получается, вот эти все настроения. Но это вне религиозные, как раз это абсолютно секулярные идеи. По Равшерке, извини, Андрей, по Равшерке идеи, которые в корне оно религиозное, на секулярной основе это гораздо более опасное, потому что у религии, по крайней мере, есть свои тормоза. А у секулярной, которая это подсознательная идея уже, то оно уже не понимает, что это идея, не это же как бы это же его религиозная, ну, основа, базис, да? Они гораздо опаснее, потому что у них уже там нет тормозов. Это с другого рода Равшерке то же самое. Сказать. Именно по этому поводу, когда он говорит, что христианство, оно все время занималась гонением евреев, но оно же их охраняло. То есть окончательный вопрос никогда в христианстве не мог подняться. Он мог встать только когда у нас стало секулярное общество, основанное на христианских идеях гонения и ненависти к евреям, тогда у нас мог появиться идея окончательного вопроса. Так что общество секулярное, это как-то, как говорит Равшерке, секулярный светский еврей, он не ходит в синагогу, а светский француз, он не ходит в церковь. То есть каждый относится по отношению к тому, куда он не ходит. Светский француз, он не ходит, там, не знаю, там, в буддийский храм какой-то, да? Он не ходит в церковь, то есть у него основа все равно христианская. И поэтому это еще опаснее. Андрей хотел что-то сказать. Может быть, Григорий хотел завершить свою мысль. Да. Ну, я в свете всего этого решил нам дать задание всем подумать на такую тему, что вот мы начали с того, что Раф описывал служение раба и служение сына, да, противопоставлял служение раба и страха, служение сына как свободного. И вот интересно, вот эти современные страхи будущего, страхи зомбирования, они к чему относятся? Да? Как бы это стремление к свободе или наоборот? Вот это как раз страх раба, который еще не осознает себя как-то по-другому, и поэтому он боится, что его зомбируют. Вот такая у меня мысль. О, какой интересный вопрос. Интересный вопрос. То есть то, что мне кажется, Раф нас ведет к идее, что сейчас у нас обязательно для мира появление Израиля. Которое, в общем-то, ответ должен быть на все то замешательство, в котором человечество пребывает. И как бы вот на сегодня вот этот подготовительный этап мы, в общем-то, завершаем. Огромное всем спасибо. Еще раз большое спасибо Ширель за переводы. Спасибо огромное Андрею за очень хорошие замечания. Всем за вопросы и дополнения. До свидания. Спасибо, Ширель. Спасибо большое. Ханука Самеах. С праздником. Ханука Самеах. До свидания.